Может, мы не будем первого босса убивать в Хейме? А что в нем сложного? Не знаю, что-то он сложный, говорят. Просто кто настакивает, одевайте самый высокий там левел, чтобы машина больше дамажила. Вот какие шмотки есть, на себя натягиваешь и закидываешь. Не, там есть что накидывать. Нет, и там левел считается. Будьте, чем выше там левел, тем будет больше. Будьте этой хуйней заниматься в следующий раз. Или в десятке, если хотите хэм убивать утюга. Катапультироваться, там тренироваться и так далее. А что там катапульту один раз закинул, он упадет. Человек разобьет. Да, да, я знаю, блять, конечно. Синие лучи появятся, заморозится три разрушителя, нахуй, и будет вайп, нахуй. Все это я уже видел. Если нормально будете играть, то сделаем. А пока что я его просто скипну. Как-нибудь в другой раз. Там и так боссов дофига, 14 боссов. Принимайте сумон. Короче, всех сумоню. Все, больше не сумоним, пошли. Так, этого моба не трогать. Не подходить к звезде. Куча забытых знаний находится на расстоянии вытянутой руки. Поехали. Берите разрушители. Вот эти вот разрушители. Кружок. Ромбик. Треугольник. По два человека в каждый. Луна. И квадрат. Колчедан сверху сбивайте, он висит там, нет? Должен появиться. А, вон дальше висит. И забирайте, кто вторые пассажиры. Ускорение нажимайте для до босса, чтобы доехать быстрее. Маяки вот эти не надо бить, поехали, просто впрямую вперед едем. Сбивайте колчедан, берите ускорение, нажимайте 50 энергии, тратите. Просто напрямую едем до босса. Мелких там мотоцикл зальет. Ну или пару камней киньте в мелких, они сдохнут. А большие медленно ходят, так что просто на скорости езжайте. На чуть-чуть. Я закрывал, да. А Буся-то плачет по нему. Нет, но она на балконе сидит. Гац, она плачет. Выпусти, Гац, пожалуйста. Че, вернули, что ли, активацию голосом? Не понимаю. Ой, извиняюсь. А то я выключу обратно. Тут два моба есть в этой комнате. Вот два больших великана возле ворот, их надо убить. Вообще вот этих мобов надо залить. Тогда будем выезжать с комнаты. Активируется, выйдет босс, машины взорвутся и появятся здесь возле портала. Так что кидайте синий колчедан в эти в больших мобов. Вот я замедлил. Откидывайте в лужу по возможности. Вот из-за того, что ну, люди не организованы к этой хуйне подходят, в машинах там не знают, что нажимать. И из-за общей какой-то дисциплины мы пока что не будем делать героического этого утюга. Ну а как все получше будет со сбором и с поведением людей в машинах, тогда сделаем. Там ничего сложного нет.
Просто сидеть полчаса объяснять, какие кнопки за что отвечают в машинах, это... Все, выезжайте с комнаты, слазите с машин, все мобы отэвейдились. Слазите с машин, сейчас еще раз шкаф поставим. Запустится босс, с машин можете слезть, они сейчас взорвутся, появятся новые здесь. Так, все, машины появились. Значит, в разрушители по два человека обязательно. И в осадные, это получается сколько? Это получается 20 человек. Блять, не открывается что-то рейд. Бой что ли? Могу понять. А, да, бой. Какой-то моб идет. Только где, блядь, я не вижу. Сука. Где-то под землей, блядь, ходит. Никто не видит моба. Где-то сейчас... Вон он, в колонии вот в этой, да. Значит, он там как-то заэвейдился, блядь. Бой повешал. На бисера еще посмотри, на тебя нигде не бежит моб. Он где-то под текстурами, сука, ходит. Пиздец, блять, ебаный в рот, нахуй. Не рейд им посмотреть нихуя. Заходите в этот в комнату с пулем босса и все сдохнем. Ну ты выйдем эту хуйню. Без машин можно заходить. Так сдыхать будете дольше. Без машин заходите. Слезьте с машин. С машин слезьте, просто надо сдохнуть. Всем в инсте. И в инст не заходите пока. Блять, говорю, машин слезьте с машин. Все, просто стойте. Слезь. Так. Так, все, ты выделся, заходим в инст. Надеюсь, сейчас боя не будет. Нормально. Едем там телепорт внизу. К телепорту. Чек на АФК. Тут ставим шкаф возле телепорта. Сумодим всех, кто не АФК. Кто АФК, наверное, им этот рейд не надо. Ой. Готов. Так, кто там? Заходите. Паладин на стресс. Пэса, принимай сумон. Топа на тебя кто-то сагрился, там моб что ли какой-то, посмотри. А, или ты инвиз нажал. Так, рарник, Пэса, принимайте сумон. Так, Пэса тут, рарник. Рарник тут, нет? Он АФК был. Только что вроде принимал. А куда уфнулись? Паладин и вар.
Ладно, садитесь по машинам. Это долгая хуйня, нахуй. Каждый разрушитель, водитель и второй человек. В разрушителе по два человека. В рейде нас 21. Некоторых тут нету. Мотоциклы никто не занимает. Так, у меня кто там? Ровист, хорошо. Заезжайте в комнату. Еще раз для непонятливых. Вот два разрушителя стоят, не двигаются. Вот один остался еще. Это, заходите в них. С осадки кто-то слезьте с одной и сядьте в разрушитель. Вот задвигался. Все, на счет три будем пулять. Раз, два, три. Сбиваем хуйню сверху, тянем колчедан сразу. Сразу ускорение нажимай, ровист. Вот тяни банки синие, сразу ускорение. И еще тяни. Еще одну, ага. И он там продолжишь ускорение, если надо будет. Смотрю, там никто не знает, как убивать этого босса, судя по четырем. Вот один 10 стаков висит, это мой, и еще кто-то настакал 10. С таким пониманием, ну, в Гере просто нечего делать. Вот стаки ну, слетели с босса. Это означает, он не будет получать урон. Это означает, вы придете в Геру и вайпанетесь. Вот, поэтому в следующий раз будете этим заниматься. Так, Острокрылую, подъезжайте к Острокрылой и спускайтесь с лестницы. Так, где я там? Если кому-то интересно, как убивать босса по нормальной тактике, там на ютубе все есть. Со времен актуала еще. Если интересно хардмод режим делать. В принципе, на следующее КД, если 25 человек соберется, сделаем плюс 3. Там больше шансов, что осколок выпадет. Вот, ну а сейчас просто быстренько пропустим, чтобы времени терять. До сих пор нету паладина и ностресса. Они вообще зайдут? Рарника тоже нету. Добрый день. Лечу я, лечу. Запустил босса. Сначала надо бить трэш. Только агро не срывайте. Просто максимально быстро заливайте трэш. Мы что, 2 ДЦ пошли? Не знаю. Наверное. Реворд 2 ДЦ, что ли? Да. Нет, в смысле, реворд, ну да. ДЦ. Считывайте, что? Что я могу сказать? Если вы думаете, что, ну, пришли пофкашить, то это не так. Давайте. Надо быстро эту всю хуйню пронести, она проносится за час. Ничего сложного тут нету. У тебя холик есть, ДЦ? Так, кто там пушки нажимаете, да? Сейчас третий трэш, и еще будет четвертая готова. Последняя волна будет. ДЦ не сильно ПВП, ПВЕ точнее.
То четвертую сразу запускай. Ага, запускай. Можно бафы дать, типа на микромикаску? Я бы даже сказал нужно. Давайте Геру. А чувак поварм дайте. У меня дон забагался. Не вижу ничего, кого что есть. Так не надо видеть, просто поваром кулак. Да, да ладно, все, забей хуй на этот кулак, уже похуй. Это слишком простой рейд для нашего ДПСа. Видишь, даже до взлетки сейчас, наверное, переведем. Если не переведем, то ничего страшного. Все равно это прогулка, как в РБК. Вот, 8% не хватило, это, наверное, из-за кулака. Сдох XD, наверное, потому что стоял перед лицом. Ну, он, наверное, не знает, где у дракона лицо или этот, или спина. А, и он еще и с рейда ливнул. Кто это вообще? Это с гильдии? Этот челик. Это с гильдии, маленький левел. А? 280, ой, 180-й. А, ну хорошо. Пускай чилит. Ну как он сдох, так лучше не сдыхать. Подъебало драконом, лучше не вставать. Мог приодеться. Да, хотя бы для РБК и там левел поднять. УДшечка здесь, УДшечка там. Лужа, лужа, лужа ставить. Так, что это была вторая пачка, да? Что там по пушкам? А еще третья будет пачка и все. Все, запускайте. Под лицом не стойте. Да, всякая параша выпадает. Так, на стресс с палом не зайдут, я так понял, да? И сон пишет, не стоит.
стою слишком далеко. Этим мобам надо сбивать каст. Либо станом, либо фиром, либо баном, либо еще чем-нибудь. Если два сагрится, то либо притяжкой, то второго нужно забанить. Чтобы он не откидывал всех, там вихри будут ходить. Вот. И еще следующий готовьтесь там не зафирять или еще что-нибудь. Угу. Все, поехали. На этого сейчас готовьтесь, кто-то стан дать. Только не все сразу. Вот на следующий давай. Топа есть у тебя стан? Когда? Нормально. Вот сейчас ближнего запуливаю, дальнего лог забань. Чтобы он не кастанул. А, да, не сагрился нормально. Сейчас у нас бой. Сейчас моба добьем. Викторка там с кем-то, с одним, сумоните. Дальше пошли. Первый собью притяжкой. Следующий кто-то сбейте. Да его даже нету. Сейчас все на пулы приготовьтесь на меня дать. И не срывайте агру, самое главное. И под жопу всех боссам к этим подойдите. Чтобы они не чаржились далеко. Ну не прям под жопу, там немножко на рендже. Пришел Сумон? Да. Так. Что-то я тактику забыл, блядь. Возле огня стоит. Ой, возле воды стоит. А. Релогнуть по-быстрому. Да, и заводишь. Заводишь воду одного. Короче, это ты... И Вилаша будешь заводить. Только когда они расколятся. Ой, раскалятся. Шаришь, как заводить Вилаша? А, забей. Сейчас покажу. Может просто его в луже все тончить и все, или что, так нельзя? Можно в луже. Ну, Влад вас хочет научить, как правильно, потому что в дальнейшем нужно делать как правильно. Можно, в принципе, его просто трэш отдельно держать, и все, потому что он уже овергир. Ну, есть тактика. Сейчас я покажу. Монахиня готова? Так, все готовы, запускаю. Значит, босс будет кастовать из своих рук перед собой. Все стойте вот, где вы стоите. Вот. Когда будет появляться лужа, я буду переводить его. Так, вот должен выйти моб. Так, вот он вышел, моб. Вот смотрите, маленький моб под боссом. Вот я его держу. Так, Рарник, у тебя, по-моему, неистовство включено. Там выключи его. Нету, нету. Вот сейчас появилась лужа. И этот вот моб, который подо мной стоит, он копит стаки. Вот сейчас он накопил 10 стаков, получил дебаф оплавленность.
Сейчас я перевожу босса. Моб замерз, и его уже добили. Вот, нормально. Все. Теперь я просто перевожу. Ну, а вы просто бьете босса, и все. Вот появился следующий моб. Чтобы моб получал стаки раскаления, его нужно держать в этой луже. Вот я его держу в луже, смотрю на стаки. Когда там будет 10, то я его поведу через бассейн, и он там получит дебаф хрупкость. Вот, получил дебаф, взорвался. Дефицит зачем-то стаунтил босса. Не мог его стаунтить. Или босса поменяли, что-то у него... Он в горшок берет к себе, еще бегает. Не, это берет, это понятно, но агро он обычно не забирал. Сейчас я посмотрю на следующий раз. Короче, следующего моба уже заводить не буду. Просто выведу из лужи, буду держать на себе. Нет, он когда берет, он не перекидывает агро. Просто добивайте. У меня таунт в достойке не сходил. Не знаю, что это было. Это баг, наверное, какой-то. Нет, потому что он мог побежать за ним, чтобы взять его. Да я не про это говорю. Я про то, что агро меняется местами. Ты становишься первый по агро, я второй. Как будто ты нажал таунт. Либо это баг какой-то, либо это таунт. Не знаю. Баг скорее. Ну, масса я мог масстаунт, только масстаунт у меня не в КД. А, ладно, пофиг. Там, короче, сейчас наверху пачки трэша. Вот, там есть такие роботы. Надо будет дать контроль, чтобы моб в нас не чаржился, не взрывал нас, не шотал. Мусорная свалка. Сервак упал? Вроде нет. Не-не-не. Упал. Так, в первую очередь тут надо залить двух техников. Вот стоп, они. Стоп, поставьте. Стоп, упал из стопа. И обязательно им нужно дать стан, чтобы они не докастовали каст. По звездочке будет давать рарник стан, по кружку будет давать история стан. Вот их в первую очередь заливаем. Вот этого моба компактобот ромбик поставил. Его, короче, ямика или ровист, лучше ямика кинь в корни, когда я спулю. И все, и пускай он в корнях стоит. Аутилятор, все. Давай на счет 3 запускаем. 1, 2, 3. Звездочку зергаем. Так, я понял. Надо вывести из этой хуйни там щит. Да ладно. Наверное, непонятно, что такое сбить каст. Ну да ладно, придется показать. Вот я ставил звездочкой кружок на мобов. Им надо сбивать каст. Вот этот моб, который ромбик, надо ему корни кинуть. Ямика, ты тут? С пула, в следующий раз, вон на следующей пачке. Так, еще раз показываю. Вот звездочка. Ему надо сбить каст. Показываю. Специально отвожу. Как ему надо сбивать каст? Собью каст притяжкой. Вот, смотрите. Вот он кастует, я сбил каст. Если этот каст сбивать, то не будет ставиться купол, из которого надо выводить кружок. Сбивали каст? Вот он каст. Вот, отлично. Но это другое дело. Освоение ульдвара. Ну, на нем в принципе не вайпнешься. Это на открытии там рейд доложились после чаржа вот этого моба, но в принципе как бы поебать. Ну, это такие мелочи, знаешь, приятно. Когда сбивают мобам косты. Да, так, да, на этом боссе не знаю, я не уверен насчет хэма. Там все, выводить-то надо будет. Ладно. Просто сделаем быстрый килл. Просто сделаем быстрый килл и все. И звездочку бить.
Давайте в этот раз просто пронесем без хэмов, а потом же будем, когда будет... Там хэмы, хэмы это потом, бэшки потом. Там бэшек нет, там падают эти. При надевании. Он рарник линкует. Но это не бэшка. А, может и бэшка. С босса бэшка. Так, это мне надо отойти или что это? На блокера. Да, да, на блокера нормальная тема. Да, просто выйди. На 75, 50, 25% с босса будет выпадать сердце. Его не надо убивать. Для хэм режима его убивают, а для обычного нет. До половины хп бьем и стопаем дамаг по сердцу. Появится трэш, уже появился. И заливаем все трэш. Все по сердцу стоп, фулл дпс по мобам. Выходят маленькие мобы, мобы-бомбы и мобы-хлобоботы, которые хламоботы бегут к боссу, и босс их съедает и отлечивает своего хп. Вот хламоботы бегут, их надо приморозить, всем похуй, смотрите, вот они бегут к боссу. Вот. И еще с этой стороны, да, вот теперь заебись. Вот, отлично. Почти уже хм можно делать. Сейчас второй раз сердце выпадет, потому что 50% уже у босса есть. Также сердце до половины, ну или может до 30% немножко подбить. Вон бегут хламоботы, вот отлично. Так, большой моб забрал. Стоп по сердцу, стоп, стоп, стоп. Все, сердце не трогайте больше. Вон мелких мобов бейте. Так, что там? Вон еще пачку мелких залейте. Так, сейчас еще раз сердце выпасть должно. Вот выпало. Ну и так же до половины там. Все, больше сердца не трогайте. Вот. Стоп, стоп, стоп. Большого бейте. Все, просто сейчас добить босса осталось. Интересно, выпало кольцо? Нет. Хуёво. Там телепортируйтесь и не пульте трэш пока. Сейчас я портанусь. Чем держал с меткостью? Метки. Считаем промахиваться. В первую очередь надо убить двух мобов, им также сбивать косты, и нужно еще диспелить магию здесь. Ставлю кружок и звездочку. Так. Первую звездочку убиваете, потом кружок. Так, следующие два моба очень опасны, они призывают на полу такие руны, из которых надо выходить. Если из них не выйти, то возможно вас не захилят и вы сдохнете. Так, что-то не видно, не призывают еще. Скоро призовут. А вон, вон есть, вон есть. Под миликами есть одна уже. Если кастуют, там также стан можно дать. Он из рук кастует обычно. Так, ну тут тоже два таких же ремонтника, надо будет в первую очередь залить, но сначала зальем больших, они где-то тут бродят, вот сейчас один идет. Надо стоять под ногами босса, моба точнее, чтобы он не чажился. Встаньте под ноги. Сейчас запущу второго, попробую, а, сука, уходит. Все, запустил. Вот он чажнулся, сдал стан. Так, пока вы его бьете, короче, запулю этих. Первую звездочку, потом кружок. Убивайте.
Так, ну пошли на собрание. Алгалона будем убивать? Да. А я не помню, есть у меня ключ на ДК или нет. Надо посмотреть. По-моему, на десятку у меня только на 25-ку нету ключа. Конечно, в руки. У кого-то а есть с 25-ки ключ? Ну вот со следующего босса берется. Да, есть изображение, он пишет. Ага, ну хорошо. Так, значит, попробуем сделать хэм, он несложный. Надо просто выбегать из зеленой и заходить в синюю лужу. Так. Что у нас есть? Хант, в принципе. Хант, ты умеешь пользоваться отвлекающим выстрелом? Вытащи на панели отвлекающий выстрел. Скажешь, как вытащишь. Поставь на удобную кнопку, на единичку, там, на R, на T, на какой-нибудь, на удобную, которую ты сможешь прожать. Все, когда я тебе скажу, надо будет нажать отвлекающий выстрел на босса, вот звездочка на нем, сталелом. Мы его будем убивать последним. Это надо будет сделать, когда умрет, после того, как умрет вот этот второй средний. Сначала мы убьем первого, ты ничего не делаешь, просто бьешь. Потом убьем среднего, и когда он умрет, тебе надо будет стаунтить на самом максимальном ренже от босса, большого босса. Когда он на тебя повешает дебаф, я с тебя его заберу, и ты будешь дамажить в 1000 раз сильнее, дашь 100к ДПС. И все, потом дадим геру и добьем. Ну, хилы тут сильно хильте, хорошенько прям. Если что, бисерный ХПС дашь, первый гим. Ну и скажешь, что сдал. И там уже будем думать, что другие присты. Римворлд после него будешь сдавать. Очередность. Сначала маленький, потом средний, потом большой. Все на пулы максимально ОЕ даем на Войда. Один танк. Агрони срываем. Бьем точечно мелкого. Пэса где-то нету. Ну да ладно. На счет 3 будем пулять. 1, 2, 3. Так, когда появится лужа, готовимся, скоро она появится, я выведу босса из этой лужи. Так, вот появилась. Вставайте все в лужу, сейчас я вам подведу, милики, чтобы вы могли бить. Так, милики, бейте мелкого. И диспальте вой, да? Так, большого не надо бить. Блять, у него дебаф, сука. Так, приготовились по команде набирать рейндж. Можете уже немножко рейндж набрать. После того, как он кастанет синюю, он сразу кастанет зеленую лужу. Из синей надо выбежать, от боссов отбежать. Все, уже разбегитесь на рейндж. Ждем, когда ну все среднего объема РДшники. Вот, кастует синяя, набираем рейндж, от боссов отбегаем, от боссов отбегаем. Если щит с него спиздите, с лужи зеленой выходим. Теперь заходим в синюю. Бля, БР, БР. Давайте упадем еще разок. Может, два танка? Два танка лучше. Да не, не надо. Покажите, кто диспалил свой, да? Я. Кто? Айновен. Угу. Давай этот самый Римворлд ты диспалить будешь. А ты хиль.
Ну, именно когда первый умирает, они улищут там дамаг. Все, в инс заходим, телепортируемся в вестибюль. Галерея или вестибюль, не помню. Да, вестибюль, по-моему. Починка, если что, вон моб стоит, огр. Поставил черепок на него. У него на голове гоблин сидит, и он чинит. Так, минутку отойду.